Привет, друзья! Получился очень смешной ролик. Конечно, из названия это просто был веселый момент на стриме, но действительно получилось хорошо. Короче, запарился играть, 10 часов подряд шла трансляция, и решил я заняться комментаторством других игроков. Для этого вышел в соло просто против троек, быстренько откис и начал наблюдать. Получился, на удивление, очень веселый матч с импровизацией и так далее. Команды, название им я просто так вручил, ничего особенного, но получилось очень весело, не больше. Поэтому, если вам такой нравится формат, пожалуйста, дайте мне знать. Приходите на трансляцию, задерживать не буду, просто слушайте. Надеюсь, вам действительно понравится. Вот, и до скорого, увидимся вас на стримах. Хрен, твердый как кремень, блядь. Ну что ж, какие твои прогнозы на сегодняшний вечер? Знаешь, мои прогнозы... Я впервые вижу эти команды. И что-то особенное сказать сложно. Но... прогноз, который точно сбудется. Это игра будет красивая и очень мощная. Вот. Так, это все, теперь наблюдаем. Так, у нас есть Zed Power, играющий на снайпе. Что за снайпа? Спарка, снайперка на CMO-шках. Дальше, Assassin's Grrr, играющий со своими друзьями. На данный момент находится на Форт Болден, и это малый босс пока что его защищает. Она зон. Помогает своему тиммейту. Очень быстро, молодцы, парни. Fairfish позволяет своим друзьям делать свою работу. В принципе, неплохой подход. Скорее всего, он казах. Они тоже любят, ну, мы, в смысле, смотреть на работу. Не люблю просто так лежать, когда кто-то работает. Пойду полежу. Так, в данный момент команда номер один изгоняет босса. Это Морсо, его Кент, Кернснанти и еще кто-то третий. Это убийца находится на самой противной локации. Плантация Pearl River. Здесь у нас еще одна. Да, это тройка. Неслокер. Юрк. Мой почитатель, видимо. И Сула. Мой братан. Возможно, это мой друг. Есть друг, который зовут Сула. Возможно, есть. Что ж, это начало матча. Прошло только буквально 2 минуты. Сейчас наступит 3-я минута матча. Однако события разворачиваются как никогда активно. Давайте посмотрим за Немичич. Да, Немичич со своим кентом намерены прям отыгрывать очень серьезно. Ну, не стали стопаться. Идут вперед, идут к цели. И это не может не радовать. Здесь это вот Zed Power. Привет, Zed Power. Ух ты, я что пропустил? Здесь у нас еще один... У нас 3 снайпера как минимум на эту игру. Осталось эти ребятки на маленьком боссе и пойдут дальше. Нам остается только гадать. Возможно, ими будет повелевать жажда крови. Но откуда нам это знать? Давай, истребляй его. Да, пока что мы слушаем. Да, вот так сделаем. Пока что происходит стандартная ситуация в начале ханта. И, да, они нашли босса, по-моему, получается, да? Будут его изгонять. Давайте немножко отдадим времени нашему рекламному блоку. А именно, сегодняшний матч был проспонсирован телеграм-каналом Алдияра. Все лучшие новости, последние новости, лучшие настройки стрима, анонсы стримов, раздача DLC, розыгрыши и так далее, все проходит именно там. Если ты сегодня не подписался на телеграм-канал Алдияра, значит, подпишись на него завтра. Или позови всех своих 10 друзей и получи плюшку. Но об этом чуть позже. Что ж, возвращаемся мы на матч, наш матч. Да, ребята изгоняют босса, уже изгнали. И что, будете сидеть? Пока что сидят. Ух ты, вот это видок. Здесь еще снайпа? Это кто такой? 4 снайпы у нас сегодня в катке. 4 снайпы у нас сегодня в катке. Здорово, Evolution. Есть в описании ссылка на
донат, по идее. 4 снайпы. Это должно быть интересно. Надо же. Ну, а что вы еще хотели от гранд-финала нашего мажора чемпионата 5 континентов Лиги Наций по хан-шоу-дауну? Конечно же. Только так. Смотрите, у нас тут офф-мета, у нас тут офф-мета, а именно лук в чистом виде, без каких-то дополнительных стрел особых. Занял позицию, сидит, ждет. Ну, в принципе, ребята играют из дома. Причем, что Нестокер. Эти ребята решили пойти и... наверх. Опа, выстрел один. Есть контакт. Пытается углядеть, не видит, не видит. Конечно, слишком маленький скоуп против такого большого и длинного скопа на... большого и длинного скопа на спарке. Нашел с кем тягаться. А вот он Сула, Сула, Сула знает смысл, этот, толк в размере. Да. И дальше продолжает мансить. Так, не мич-мич-мич-ми. Не мич-мич-ми. Снайперит. Издалека смотрит, понимает, что там люди есть. Опачки, назад, назад. Видят, видят парня. Они оба на снайпе, видали? Целая двойка на снайпах. Так, двойка на снайпах. С лесозаготовок Эш-Крик. Башня, да, на самом... Нет, нет, это не башня. Это они с третьего этажа лесозаготовки смотрят на плантацию. Вау, вот эта позиция. Забирайте себе. Ну а что еще вы хотели от гранд-финала Лиги Нации Мажора Хан Шоудауна? У 5 континентов. А чуваки тем временем дают в тапочку. Да? Я прав? Да. Они дают в тапочку, и Z-Power не намерен их отпускать. Здесь тоже противостояние. Блять, что за противостояние снайперов, ребят? Представляете, я бы этот матч начал играть соло. У меня бы жопа сгорела моментально после первого выстрела снайпера. Ужас, ужас, ужас. Хорошо, что я всего лишь комментатор. Так, ребята играют пассивно на здании. А тут у нас... Нет, пятки не свет. Они бегут на второго. Мое почтение. Это же гранд-финал. Это гранд-финал. Какое... Как можно сбегать с подсказкой? Нельзя сбегать с подсказкой. И команда с плантации бежит дальше вниз. А мы хотим посмотреть на... Нет, не на них, не на них, не на них. Они обнаружили этих пацанов. Сула рядом. Да не нужен, мне нужен не мич-мич-мичи. Вот, мич-мич-мичи. Стреляется с ребятами, которые... Опа, раз попадание. 25% хп ушло. Пытаются увидеть его взгляд. В скоп. Видит, не видит, видит, не видит, видит, не видит. Решил... Да, ой-ой-ой, Сагнуса огненной. Надо менять позицию. Ты же снайпер. Z-Power, прикрывай, пока твой братан убегает. Нет, пацаны потихоньку допушивают. Там тоже идет борьба параллельная. Ой-ой-ой, как же все одновременно началось. Одновременно началось, и, как говорят хорошие любовники, одновременно кончилось. Понимаете, да? Ух, какой я сегодня прямо пошлый. Закидывается гренами. Тут что-то прям поактивнее Оп, видел, видел. Ну, префайр, раз, два, три. Префайрчик, гори! Нет, не было префайра. Ладно, молодец. Ну, это... достаточно собранный молодой человек на ассасине. А вот одну подсказку спиздили, если можно так выражаться у нас на трансляции. Алдиар говорит, что можно. Да, все хорошо. Пристрелка. Что у нас тут творится? Здесь у нас творится, что пацанов зажимают наших снайперов. Бегут, зажимают. Керснати их проверил, дает информацию своим пацанам. Уйди! Вы мне не нужны! Уйди! Вот, не мечищми! Не мечищми, и его друг бегут, отстреливаются, пятки сверкают. Паникуют, ух ты, как это рядом с головой. Пули свистят. Вот, будет ли дополнительная сделана дырка в их голове, неизвестно. Но пацаны прямо не намерены останавливаться. Но при этом, что нас радует, они бегут в сторону верхи. А это хорошо, значит, нас ждет какая-то очень мощная перестрелка. Ладно. Что тут? Так, Z-Power прикрывает своего друга. Тут у них, ладно, сушкин разговор. Здесь что? Здесь перестрелочки пытаются подловить друг друга. Молодые люди. Пока что не было ни одного килла, я так понимаю.
Ну, естественно, гранд-финал никто просто так не хочет отпускать. Она зон занимает интересную позицию на корме корабля. Пытается под ней человеку быть пикать. Ай-яй-яй, первый шот влетает по его тиммейту. Нельзя допустить. Надо, чтобы тиммейт отпустился. Поджигает. Тактический поджог. Никого, к сожалению, не зацепил. Тиммейт может спокойно хилиться. Еще одна позиция от Маракаси. И, ну, неплохой пиксель можно подловить, если очень сильно постараться. Но пока что ребята играют пассивно. Да. Что тут? Эти ребята продолжают гнать. Погонщики прямо. Да, Керсонати? Да, продолжают гнать. Нестлокер что? Вот, вот эти ребята снаружи играют тоже на недостроенном корабле. И один занял лоу гранд, который немножко спускается. Нестлокер пытается ловить кого-то в этом в окне. Туда же, в это же в окно смотрит. Прячется за дымом. Кстати, лайфхак. Можно прячется за черным дымом. Что очень неплохо. Но, конечно, никого не нашел. Хотя секунду назад там только что стоял предыдущий чувачок, который играет из команды Na'Vi. Давайте, там играют Na'Vi. А это Face Club. Шот прошел. Снято с где-то 149 хп. Парню, это значит, надо идти на отхил. Не мич-мич-мичи. Отбежал со своим другом между карьерой Вивсов и Вивси Десаль. На церкви первого откровения находятся еще ребята с другого босса. Zed Power пытается увидеть тех самых товарищей. Видел же. Слышите, собаки? Если собаки вас обходят справа, бери правее. Сучки справа говорят про собак. Их только что застрелили. Хочешь пропрактиковаться в стрельбе и дать голову этому бродячему с доктору? Да, но нет, нет, пытаются выглядеть пока что ничего. Ассасин Гр продолжает сидеть. Тот самый, кто до этого дал по одному из фейс-клана шот, но продолжает, видите, пассивно играть. Опять-таки, позиция от Маракаси. Видите, он сел на эту железную трубу и может вот в этот пиксель. О, в этот пиксель может... Мое почтение! Сегодня у нас 300 IQ Play происходит в нашей встрече. Но, конечно, никто не играет агрессивно. Все ждут подхода другого босса. А вот он и подходит. Подходит? Да, подходит. Мы понимаем, помним, что вот на этой позиции сидят Немич-Мич-Ми со своим другом. Стоп. А чувак на Форт Болден отошел? Кто на Форт Болден отошел? Я не разрешал. Да? Вот этот поехавший на форте. Ты что, дура, делаешь? Так, Сула продолжает контролировать окна, но уже отошел подальше. Понимает, видите, какое умное решение приняла эта команда Face Clan. Они решили не попадать в сэндвич, заняли абсолютно противоположную сторону, чтобы не быть между двух огней. У них довольно-таки неплохо. Очень приятно, мне нравится, между прочим. Вот, и наступило время Немич-Мич-Ми и его друга. Потихоньку начинают сближаться с этими командами. Говорят, Немич-Мичи из команды НИП. А, это НИПы. Да, НИПы играют на снайпах. Великое дуо НИПов. Нет, это НИПы, это Penta Sports. Это мы сейчас смотрим за Соликом. Легенда АВП Солик. Видит, видит. Видит, видит человека. Думает, какой бы затылок дать. Ну давай, 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 Солик. Копит ману на выстрел. Видит человека с тетивой. Дает ему сделать выстрел, но не торопится. Вот это выдержка снайпера. Но, по-моему, страдает немножко... Так, ладно. Проверил еще раз. И пытается сблизиться. Тем временем его тиммейт Zed Power снимает руки зомби и быстрее тоже старается прийти на позицию к своему другу. И Мич-Мич-Ми. Кого ты должен увидеть? Не видит? Ладно, перестрелка. Что тут за перестрелка? О, уже двоих положили! Представляете, мы пропустили. Это те самые двое из команды Face Clan лежат и на деревяшке ничего не могут сделать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Керсонати. Ой-ой-ой, хорошие прострелы.
Только пацаны не знают, что сзади них играет ребята из НИПов. Пытаются, значит, Контаракетти. Контаракетти из Cloud9 зажать ребят внутри на локации. Вот. Но никого не видно. Но никого не видно, конечно же. Пока что ребята играют очень пассивно. Юргх пытаются понять, как его своих ребят из фейс-клана поднимать. Сделал за всю игру ровно один выстрел, но зато какой в молоко. Не миш-миш-ми. Обходит, пытается забраться на самый конец. Вот. И слышит выстрел, не может понять. Не видит. Некогда легендарное АВП всего КСа. Не видит, а сманил на себя сучек. Вот, Z-Power тем временем не теряет время и тоже дает шот. Никого не увидел. Нет никого. Assassin Gr играет внутри. Это те самые... Оп! Какой выстрел Жакана прямо в жбан ребятам из Cloud9. Нави делает свой первый килл. Опа, надо прикрывать друга. Ждет фаер дать. Нет, зажимает. И отлично по нему играет. Дальше надо поддерживать своего тиммейта. Хороший выстрел. Получился размен. Можем поднимать своего. Уже очень... Делает ревайв. Еургах убивает оппонента. И через стенку поднимает своего товарища. Можно из этого что-то вырулить. Еургах молодец. Фейс-клан возвращается в строй. Перестрелка. Быстрая перестрелка. Не попадание. Ай-яй-яй-яй. Надо хилиться. Поднимайте второго. Что видно? Не видно пока ничего. Пуш! Какая голова! А вы были готовы списать его со счетов. Не миш-миш-ми. Из ниже симпижама снова делает шот, но опять-таки, это не летальный шот, а Еургаха потихоньку уходит на дозарядку. Потрясающе делает 2 килла, восстанавливает практически всю свою команду и снова может спокойно отыграть. Сула держится за жопу и готов прокинуть флешечку. Смотрит на Юргах, говорит, братан, прикрываешь? Братан, прикрываю. О, нет. Кто бы его прикрыл, это был прекрасный выстрел по Юргаху. И это была голова со спарки, снайперки именно от ребят из Нави. Итак, слепо. Практическое слепо. И, к сожалению, ничего. Не миш-миш-ми из НИПов занял позицию. Z-Power тоже пытается углядеть кого-то. Кого же? Не видит. Обидно. Assassin Gr тоже потерял своего тиммейта. Где у вас тиммейт, кстати, лежит? Не понимаю. А, вот он на улице лежит, да, простите. Вот. Firfish. Это кто такой? Это то же самое. Так, здесь кто у нас? Здесь Сур. Ой-ой-ой-ой-ой. Z-Power промахивается. Прикрывает абсолютно по стоящей цели. Не попал даже в туловище. Чего-то ребятки из НИПов прям сегодня мажут. Ничего не могут сделать, но Сула поднимает свою команду. Осталось спасти только Еургаха. Но нет, не хочет спасать, он хочет поджимать ребят из НИПов. Отлично играют тимплей у команды Face Clan прям чувствуются. Поднимают друг друга, делают киллы, прикрывают. И ребята явно готовились к гранд-финалу мажора Хан Шоудауна Лиги Нации среди всех континентов. Простите большое. Да. А вот кто не готовился, это не Мич-Мич, получается. Из Пауэр во весь опор бежит спасать своего нерадивого тиммейта, не перезарядившись. Человек-пугач. У нас готов? А, нет, смотри, это баг трансляции, прошу простить. Мы обязательно свяжемся с нашим техническим отделом и выскажем свою претензию по качеству трансляции. Конечно же, но это уже будет сделано после нашего великого гранд-финала мажора всех наций. Будет поднимать своего друга Z-Power. Тактический прокид большой связки динамита. Подым будет поднимать. Мое почтение. Не миш-миш-ми. Не успел поменять позицию. Ему дали снова лицо. Причем дали лицо вот этот товарищ. Это Assassin Gr. Прекрасно играет. Нет, не Assassin был. Это вот, Firefish был. Отлично играет на снайпе. Мелкокалиберный. Это
Уф, еще выстрел. Попадание, но не убийство, конечно же. Уинфилд, снайперка. Тем временем, Нес Локер. Неургаха. И его друг Сула. Тот самый фейс-клан уже в полном составе, подняв все, что можно было поднять. Ребята сейчас играют в большинстве. То есть они единственная команда сейчас, у которых все три тиммейта на ногах. Не мич-мич-ми лежит. Z-Power его прикрывает. Ребята внутри, которые играют вот на боссе, на верфи самой, тоже вдвоем. Потому что их третий чувачок отдыхает снаружи на лоу-граунде. Но outside of compound. Попросили мне режиссер трансляции, сказал, хоть что-то на английском скажи. Нас смотрят из Америки тоже. Пришлось добавить свои такие комментарии насчет этого. Так, кто-то отбегает опять. Не мич-мич-мич, встал! Это достойно аплодисментов. Да, Z-Power прикрывает. Так, стоп, кто убегает? Кто убегает? Не говори, что мне кто-то убегает. Вы что, ретироваться собрались? Фейс-клан надел гроб, забрал одну награду и решил убежать. Перед этим убив, конечно же, толстого. Ну что ж, фейс-клан в полном составе и гордом одиночестве уходит с нашей карты. Остается у нас ниже 7 пиджамас. В английском мич-мич-ми. Ассасин Гр. Фирфиш. И все, эти бегут. Итак, ситуация... Сколько? 3 в 2. Да, Assassin Girl поднимает своего тиммейта. На таймере у нас осталось 24 минуты. Assassin Girl поднял своего тиммейта. Понимает, что двое ребят еще видит и... Промахивается. Все-таки болезнь Солика, она заразна. Копил ману на выстрел. Ультанул, но мимо. Мимо. Жаль. Далее. Аназон пытается тоже нащупать. Ой-ой-ой. Прямо над головой просвистела пуля. Но пацан не робкого десятка. Пули облетают смелых, говорит он. И спокойно перезаряжается. Немножко опустил голову вниз. Посмотрел на свой ботинок. Красивый ботинок, подумал он. И играется дальше. Но не время любоваться ботинком. Тем временем фейс-клан ушли с нашей карты в полном составе. Все живые. Но с одной наградой мы можем только похлопать. Хороший выигрыш. Достаточно тактично. Решили не переоценивать свои возможности. И остановились там, где они остановились. Что делают пацаны из НИПов? Пацаны из НИПов во главе с ними мичми. И Z-Power продолжают пытаться нащупывать ребят на боссе. Они знают, что кто-то из них падал. Скорее всего, не все фулл ХП. Поэтому разговор идет у ребят у НИПов. Нам только что в уши передали их переговоры. Они говорят на шведском. Но, слава богу, комментатор дико умный. Знает 500 языков мира, все диалекты. Он говорит, что они друг с другом переговариваются так. У нас там... Нет, ну, так, по-шведски. У нас с тобой шнайперка-шпарка. Они точно клались один раз. Это значит, что... как это называется? Это значит, что достаточно выстрелить по телу. И все. Да, и менять позицию. Как-то так. Это зашел внутрь. Фирфиш пытается углядеть. Не хотят отпускать снайперов. До конца гейминг в данный момент происходит. Ну что такое? Подсадка не получилась. Столько репетировали. Высылал я им демки. Обучал. Нет, подсадка мимо. Посмотрим на молнии. Молнии действительно красиво отрисованы. Снимаю шляпу перед гейм-дизайнерами Ханта. Прекрасная работа. Z-Power тоже немножко оттягивается назад. Понимают, что ребята чуть-чуть так их пытаются фланговать. Опа! Увидел падение зомби. И готов выстрелить. Ну. Так. Какой же рассекок? И это не попадание. Не получилось.
Не получилось. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Z-Power. Как это так? Как? Что это такое? Ты теперь не Z-Power, ты Alpha-Power. Потому что... Все, конец. Так, я так полагаю, Assassin's Gr пытается найти с Солика. Он же не Миш-Миш-Ми. Так, а на прикрытии играет она зон. Скорее всего, он делает выстрелы, тем самым отвлекая на себя снайперов, чтобы его тиммейты могли спокойно им заняться. Все, дает инфу, говорит, один там, братан, другой... И это прекрасная голова. Этому человеку не нужен оптический прицел, чтобы давать головы. Ему нужны... Подсказка с босса, и все. И верные тиммейты рядом, естественно. Вот это голова. Вот это голова. Остался один в три. Не Миш-Миш-Ми. Он же Солик. Говорит, братан, я тебя спасу. Обязательно тебя спасу. Но потом. И отходит на позицию в центре рек меж деревянных боков. Да, не намерен бросать своего тиммейта. Конечно, даже... ну, представить себе не может такую, такой расклад. Но до конца гейминг. За это, за до конца гейминг ребятам из Ninja Slim Pyjamas мы можем только похлопать. Ваши аплодисменты. В отличие от Face клана, они решили не убегать. Они решили играть до конца. Это мне нравится. Я за такой хан. И они тоже за красивый хан. Скорее всего, приз зрительских симпатий заберет именно не Миш Мишми и Z-Power из команды NIP. Так, вороны кругом. Очень тяжело нашему кенту. И что? И рекламная пауза от нашего спонсора. А именно... Телеграм-канал Алдиара. Подписывайтесь, а то чё вы как эти. Спасибо. Реклама пауза. Делает огромный круг. Ой-ой-ой, он не делает круг. Его обнаружили. Его обнаружили, видите, мы по молниям можно видеть, что пацаны знают позицию нашего дорогого не Миш-Миш-Ми и не собираются его отпускать. О, смотрите, заготавливает ловушки. Парень прокачанный. Тактически он действительно прокачанный. Не ругайтесь, ребятки, не ругайтесь. Не ругайтесь в чате. Stupid Fat Whale. И людям может не нравиться Хант. Но он правильно написал. Спасибо большое, что, во-первых, защищаете Хант. Но и Уэйл тоже написал. Он говорит, я никого не отговариваю, просто выразил свое мнение. Мне, допустим, не нравится Тарков. Вот, понимаете? Это нормально. Не ругай. И на этом конец. На этом конец. На этом конец. Что ж, ребята из команды Na'Vi, кстати. Ребята из команды Na'Vi. Вот у нас Fear Fishem, Assassin's Gr. И, наверное, я думаю, что это MVP нашего вечера. Anazon, который оказался один в этой катке, у которого нету скоупа. Переиграл снайперов, у которых скоуп есть. Поэтому MVP турнира стопудово уйдет ему. Ребята с тремя наградами, огромной кучей хилов и нереально огромным самомнением. И не зря. Сейчас будут покидать Десаль, но ни в коем случае не будут покидать наш турнир, потому что еще впереди награждение. Да. Впереди награждение наших чемпионов. Напоминаю, что призовой фонд этого чемпионата составил 10 миллиардов долларов. Из них 9 миллиардов долларов выделил LDR. И 9 миллиардов долларов заберет команда победитель. Она же Na'Vi. На втором месте Face Clan, которые забрали одну награду и втроем убежали. Вот. Ну и на третьем, конечно же, на третьем, как приз зрительских симпатий и за до конца гейминг. За до конца гейминг третье место занимает Ninja Slim Pyjamas во главе с Миш-Миш-Ми и Z-Power. Лоу КП, парень не стал убегать, а стал прям, ну, играл до конца. И это было замечательно. Что ж, пока что вот так свернем, чтобы не слушать звуки. Тем не менее, наша трансляция сегодня шла 10 минут
Фу, 10 часов 15 минут на данный момент. И я бы хотел сказать, что я провел прекрасное время с вами. Надеюсь, это было взаимно. Хочу напомнить о завтрашней трансляции, которая тоже состоится. Именно она будет в 15.00 по МСК. Мы продолжим раздавать вот ту штуку наверху. Это обрезанный Мосин. Но на самом деле мы продолжим раздавать 4 коробки с лутом, которые падают, и они начнут падать, новые коробки начнут падать в 18.00, поэтому приходите, буду ждать. Возможно, завтра нас ждет отборочный этап на новый чемпионат мира по ханту, но завтра будет завтра. Сегодня у кого-то еще суббота, у кого-то наступила ночь в воскресенье, как бы там ни было, я желаю вам это дело провести с пользой, и чтобы все было в радость. Будьте счастливы. Сейчас я кидаю рейд на другого стримера, а именно Рахта, чтобы люди, кто лутает дропсы, продолжили лутать дропсы. Однако, вы в моем сердечке. И увидимся с вами завтра. В это же время, на этом же месте. С вами был LDR, он же капитан Казахстан, он же самый красивый человек на свете.